Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы продолжаем прохождение Far Cry New Dawn или Far Cry 6. На прошлом стриме мы познакомились с механикой игры, попробовали некоторые виды оружия, познакомились немного с сюжетом, с главными злодеями, а точнее злодейками. Вот, и попали на так называемую базу, которую нужно будет нам прокачивать. Там очень много составляющих. Транспорт, вооружение, там какие-то карты, карточки, еще там что-то. Вот. И будем попутно набирать в свою команду разных людей. Они, я надеюсь, будут с различными способностями и навыками. Для того, чтобы проходить дальше по сюжету и в конечном итоге победить злодеек. Ну, вроде бы стандартный сюжет для игры. Но все так просто. Поехали играть. Снова мы возвращаемся в этот красивый розовый мир. С розовыми автомобилями. И розовым цветом шрифта. Ну, главное, злодейки, девки, что. Это все объясняется. У нас идет загрузочка. Ага, все хорошо. Привет. Так, что нам нужно делать дальше? Смотрим на карту. У нас есть разрушенная кузница, аванпост. Мы можем на нее напасть. Так, заправка заброшенная. Я единственное не пойму, навык вылазка уровень 2. Где его можно приобрести? Для быстрого перемещения. Навык вылазка уровень 2. Где его брать? Вылазка. Продвинутые быстрые убийства. Кто-нибудь может мне сказать, как это? Транспорт к бою готов. Вуаль какая-то. Вот зон замков мы сделали. Пока что. Бинокль. Туралист, удочка. Ей-богу, не знаю, где это умение. Так, ладно, наш персонаж. Основное оружие, доп. Оружие, оружие ближнего боя. Так, по журналу, что у нас тут? Побег только. И у нас еще есть Селена. Это основное сюжетное задание побег. Тут тайник, Некрай и акула Бошоу. Что мы сделаем? Ну давайте попробуем таки отбить вот этот вот аванпост. Да. Погнали. Откройте ворота! Привет, Форест. Рад тебя видеть. Где там? Мадамка наша бежит. Скорее. Сумочку взяла. Дополнительные туфли взяла, фен взяла. Пушку самое главное возьми. Давай. Я
тут, едем. Отлично, молодец. Так, маркер надо поставить. И где маршрут? Едем. Оп-оп-оп-оп, тихо. Немножко мы уклоняемся от курса. Надо немножко потише сделать. Аванпосты, потому что будем часто ездить. Ну, я надеюсь, что мы все-таки найдем, как этот навык прокачать. Ой-ой, что-то такие лаги какие были непонятные. Попробовать надо, наверное, все-таки по стелсу как-то. По стелсу это лучше ночью, а днем вот, наверное, только стрельбу и вот эти вот какие-то рейдеры или рейнджеры, как их там называют. Да хватит бегать. Так, 800 отец метров. Отец хотел научить меня водить, но слишком нервничал. Пришлось маме. О, мама тебя научила. Интересно. О. Все работает. Да, это мы. Ну, блин, бочку это отвезти можно, а можно не отвозить. Ладно, поехали. Может, у того, порядок, подожди, едет. Может, у того что есть? Что у него тут было? Это что, гранатомет, что ли? Нифига себе. Едва пронесло. Да ты это самое, мажор. Так, а этот на пистолет меня нет. Ладно, мы пока с винтовочкой походим. Давай, Кармина, вперед нам еще. Поехали. Ты чё? Людей спасать. И вербовать. Распятый. Опять. Ты чё? Здравствуй. Здорово. Здравствуй. Чё хотел? Чё надо-то? Чё так бежал-то? Напугал аж меня. Чё хотел, мужик? Непонятно. Блин, а так, в принципе, долго ехать. Так, вон на аванпост. Давай тут тачку оставим. Так. Есть тут кто? Какой там бинокль-то? Бинокль. Вообще, пешком. Бросить. Горелка, уточки, бинокль на Z. У нас что, нет его, что ли? Тише, впереди кто-то есть. Да ты шо? Нам главное этой сигналки отключить.
по стелпу не получилось. Сейчас пришлем народ, они все разрулят. Помоги, скорей! Тебя тоже убили, кстати. Да, не вышло. Не вышел, слишком правее. Ладно, попробуем по-другому. Надеюсь, мы отсюда же попрям. Не, ну раз есть задание развалить аванпост, сейчас значит развалим. Ну что-то прям враги более шустрые. Ну, понижать уровень сложности, о, это такое себе. Так, а что у нас вообще есть в инвентаре? Такого у нас есть копье. Мы что-то можем вообще делать? Расходуем предметы. Метательный нож. Для бесшумного убийства врагов. Если пойдем туда, надо быть осторожнее. Нам только штурмовиков тут не хватало. Вот. Нож. Как вообще метать-то? Нужно идти. Как метать ножи? Интересно. Так, ближний бой. Стрелять, бросить камень. Так, это метательное оружие. Ну а кидать-то как? Отмена атаки, использовать аптечку. Зверь бешеный! Да какой бешеный зверь, подожди. Как метать оружие нормально, правильно? Правильно. Ближний бой, быстрое убийство, гнев, Y. Стрелять, бросить. Что это бросить? Бросить камень, бросить оружие, скорее всего. Сетка, селектор оружия. А, на Q, может быть. Последнее оружие, X. Ничего нету. Охренеть, как он попал сюда вообще? Тебя, что-то огнемет, что ли? Да ты охренела. Не пришлем мы подмогу. Не, шучу, скоро будем. Не пришлем мы подмогу. И как вас тут разгребать? Так. Секундочку, сейчас надо. Надо сейчас как-то. Куда ты влез? Иду,
я иду. Еще одним меньше! Получай! Он еще там бежит. Я прикончу тебя! Где кто? Чекай навык. Так, 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 так. Кармин, ты смотри, молодец какая. Отлично. Так. Тихо, тихо, тихо. Хочешь, что ты тогда огребаешь? Я тоже здесь огребаю. Черт! Я тебя спасаю, спасаю. Не успел, да? Придется погибать тогда. Но в одного как-то не очень вот здесь. Блин, сколько вас много-то здесь, а? Еще аптечки есть? Аптечки, аптечки. Чё ты вот там, здесь? Где ты есть? Ладно, сейчас одного справлюсь. Два патрона, да? Ах ты сволочь. Смотри какой, а. Чё, всё, нет патронов что ли опять? С этим, лучше не связываться. Так, с этим лучше не связываться. Этот рейдер какой-то, или как его там называют. Иметь растворитель. Так. Где ты меня видишь? Все будет нормально. Смотри, какое. Тихо, тихо. Тяжело, это хорошо, с одной стороны. Так, сейчас мы тут зато. Мы сейчас выживем, выживем. Я вперед! Любуйтесь! Так. Нет.
Все, я ушел отсюда, меня уже там нет. Передохнем. Все кончено. Так. Еще где-то один должен быть. Который самый главный. Надо такого найти. Где-то. Ага, вон он. Завалю из 15 патронов его. Чё ты там? Ну и где ты? Не вижу тебя. Стоп. Офигеть. Ну давай, иди сюда, иди, иди, сейчас я тебя. Сейчас мы с тобой развалим тебя. Блин, ну ты шустрый. Как так-то? Какой ты бронированный, сукин сын. Я тебе башку в кишечник засуну. Уродец бронированный. Так. Сейчас, я просто забыл немножко управление. Надо будет себе как-то подзапомнить. Так, быстрое убийство, ближний бой. Использовать аптечку, карта снаряжения. Граната-то где? Патронов-то нет у меня. Ну, так, ночь настала, да? С одной стороны, это хорошо. Так, и где-то здесь помнится мне. Была... Нет, тут, походу, нет все-таки. Не, ну надо аванпост отбить. Остался буквально один, но может быть двое. Тихо. Ты смотри на меня. Все. Так, есть контакт. Сейчас мы заполнимся. Аккуратненько заполним. Чё, видишь меня? Как ты меня видишь? Я же еле хожу здесь. Где тут был труп? Мадам этой. Для винтовки. А где сама винтовка? Где этот хрен?
Мелкие, а, я смотрю. Ты смотри, он прям на ходу попадает. Смотрите на него. Попадает на ходу. Так. Да не видишь ты меня, все. Офигеть, вот это он меткий. Сучоныш, посмотрите на него. Видит все равно. Зоркий глаз. Не, надо его разваливать. Сейчас мы парочку хэдшот. Мне просто интересно, как он это все. Как он все видит? Зрячий. Он? Патронов-то у меня нету больше. Что самое интересное, как я его лупить-то буду? Есть пистолетные патроны. Я тебе ногу в жопу засуну, а курки нарезу через рот. Страшный какой. Страшно дерзкий. Ну подожди ты, мужик. Дай мне понять, как тебя убить. Привет, Раша Кул. У меня сегодня комп полетел геймерский, точнее, винда. Ну, винда это не страшно. Страшно, когда какая-нибудь материнка полетит. Вот это вот страшно. И процессор. Ну или видеокарта. Че, мне его не убить, что ли? Да не может такого быть. Че там вообще такое происходит? Он по мне лупит, что ли? Че там происходит вообще? То с кем стреляется? Не взрывайся! Полыгай! Я убью тебя быстро, а потом убью медленно! Больно же! Ты смотри, какой, а? Не, мужик, ты меня реально задолбал. Наш, да, походу? Где этот хрен? Что самое интересное, мне бы трупы все бы поискать. Их уже тут, похоже, нет. Этих трупов. Они все повымерли. Я тебе башку в кишечник засуну!
Где-то есть. Сам себя ты подыхай. Такс. Походу ни хрен. У меня там информации было много. Но на этот случай жесткий диск надо разбивать на две части. На одной винда чистая, а на другой части вся остальная информация. И тогда то, что у тебя винда слетела, это вообще не беда. Убить-то не потопляем какой-то. Ну ты смотри, блин, злой какой. Смотри, смотри, за мной, за мной, за мной бежит. Давай, мужик, помогай мне. Помогай мне убрать его. Помогай мне убрать его. Не, походу мы его так не убьем. У нас тут столько, но просто у меня все патроны кончились. Неужели реально мы не сможем его развалить? Где он? Поставил. Ох ты, это что такое? Это режим ярости, что ли, включит? Нет, это, походу, я по... Ай, мы его сделали. У меня пока на гарантии, я не могу его разбирать. Ну что могу сказать, Рашаку? Сочувствую. Здорово. Что так получилось? С этим оборудованием столько можно сделать. Привет, бро. Ты глянь, мучились, мучились, наконец-то мы разобрали эту всю херню. Пополнить боезапас. Так, а чем мы вообще можем сделать? МП5 есть. Береги себя. Не особо-то нам помог этот поезд. Так, разграбить... Не, мы разграблять не будем. Чё, погнали по сюжетке, наверное. Раз эту захватили. Лучше взорвать это место к чертям, чтобы оно вновь не досталось. Вообще, Russia Call, я тебе так скажу, что когда ты компьютер собираешь, ну, или покупаешь, да, лучше не брать такой, который будет чисто прям на гарантии. Ну или хотя бы, знаешь, вот когда ты приходишь, да, в фирму и говоришь там, вот мне нужен компьютер. Ты проси, чтобы жесткий диск разбили на две части. Допустим, если у тебя 500 гиговый жесткий диск, да, то, допустим, отдай там 70-80 гигабайт на винду, а остальное все на свои личные файлы. Вот, и они тебе сделают, то есть это надо просить. И вообще, эти вот мастера, которые, ну, на фермах работают, они делают комп, они специально так делают, чтобы ты потом еще раз к ним приходил,
менял там что-то. А, вот. Ты... Оба-на, игра вылетела, зашибись. Надеюсь, у меня сохранилось. Вот. И потом, когда у тебя винда полетит, ты просто... Они тебе заменят винду, и все файлы у тебя останутся. Это раз. Второе, лучше вообще не покупать компы, которые чисто на гарантии у тебя идут. Потому что, ну, как тебе сказать, если вещь, она работает, то она работает. Ты, допустим, купил процессор в одном месте, видеокарту в другом, жесткий диск в третьем, да, если у тебя что-то полетело, если у тебя какие-то знакомые есть, они определяют причину, что у тебя сломалось. Соответственно, ты пойдешь в тот магазин, где ты эту запчасть купил. Потом просто они тебя поменяют по гарантии, ты придешь, вставишь, все. Проблем ноль. Вот. А компьютер собирать, в принципе, не сложно. Тем более сейчас, когда интернет есть. Так у меня разбит. В смысле разбит? Что ж ты с ним делал-то? У тебя жесткий диск разбит. Ну а как тогда? Да, у тебя полетело и все. Та информация ты должен был хранить на другом жестком диске. Как бы так. Так, ладно, едем по сюжетке. Что у нас, транспорт есть? Транспорт есть. А где транспорт? Машина тут была вроде. Ну не это же. По частям. Так. А, это авто, типа мастерская, да? И чё тут? Наземный транспорт. О! Мотоцикл, тачку можно сделать. Что тут еще? Бронированную тачку можно сделать. Второй ранг нам пока не открыт, наверное, да? Не, можно. Багги уже есть. Надеюсь, ты тут обживаешься. Двой запас пополнили. Все, да. О, погнали. Так. Стоп, а то я знаю. Вообще надо убрать это. Убрать радио. Два диска. Два жестких диска или разбит один жесткий диск на два? C и D. Ну, C и D, я понял. Звук. Ну, музыка-то у нас выключена. Зачем это радио-то? Забыл, где это радио отрубать. Сколько? То знаете, всякие там пойдут большие мистеры с жирными кошельками, скажут: а у нас авторские права, там все дела, а вы тут мою музыку используете. Два жестких диска. Ну тебя нафиг, вали отсюда. Тогда печально. Ой, извини, чувак, извини. Ну ты сам вылез, блин, как ты не знаешь. Что за глупости, как кошка. Взял дорогу, перебежал. Кто так перебегает дорогу-то в следующем транспорте? Ну что ж, Рашику, тебе даю еще один вариант развития событий. Практически с любого жесткого диска можно восстановить информацию. Практически с любого. Специальные программы есть, которые восстанавливают.
вообще классно. Что за дичь? Может, у меня перегрев? Это странно. До этого ничего такого не было. Сейчас загрузим. Вылеты, блин, какие-то. Черт бы вас побрал. Так, и чё? Далее. Что за программы? Ну, ты можешь посмотреть их полно разных. Как бы, если одна не делает, есть вторая. Ну, так и смотри. Восстановление информации из жестких дисков. Программа по восстановлению информации. Ее смысл такой. Ты сканируешь, он тебе выдает все, что на этом жестком диске есть. Вот, соответственно, ты берешь, какая тебе нужна информация, ты ее восстанавливаешь уже на свой рабочий жесткий диск, и все. Так, а мы правильно вообще едем? Вроде правильно. Спокойно. Тихонько едем. Деньги пришлось убить. Извините. У меня за эти фигни плохое настроение. Ну, естественно, у меня тоже жесткие диски летели. Они держат Раша под землей. Да чё за фигня? Ну, блин. Что за ерунда? Черт бы его побрал. Программа работает, когда Windows установил. Ну да, то есть ты берешь жесткий диск, подрубаешь к рабочему компьютеру и оттуда восстанавливаешь. Есть, конечно, программы, которые работают в режиме, когда без винды, но это такой гемор с ними работать, честно говоря. Это реально геморрой. И они в большинстве своем на английском. И так как они, винда не загружена, не работают дольше. То есть это вот прям реально на крайняк. Лучше жесткий диск возьми и какому-нибудь там, не знаю, товарищу, который более-менее разбирается. Что за фигня-то? Вдруг... Сейчас мы тогда сделаем вот так, чтобы, ну, по крайней мере, постараюсь, чтобы больше не вылетало, а то что это за ерундень. Ну, бывает, это же прямой эфир, все бывает.
неожиданно беда нагрянет. Как вот у тебя, Рашику, тоже беда неожиданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Сейчас я попробую все-таки сделать так, чтобы не было такого вылетов этих. Может, поможет? Я, конечно, не уверен, поможет или нет. Но мне кажется все-таки, что это игра чудит. Все, спасибо. Да пожалуйста, обращайся. Был рад, если помогу. Я с компами уже, в принципе, давно, скажем так, сотрудничаю, поэтому кое-какой опыт в этом деле накопился. Тоже мой самый первый жесткий диск, который вообще был на 10 гигабайт. Был далекий 2002 год, вот когда он накрылся, а у меня там вся информация, вот так жалко было, тогда еще не учился. Было реально очень жалко. Там тоже и по учебе какие-то файлы были. Так, я кучу всей музыки всякой тоже накачивал. И всяких таких вот справочников. Ну тогда интернета не было. Тогда было тяжелее все достать. Все писалось на компакт-диске вообще. Рейдер, что ли? Я выясню, что это было. Извини, друг. Так, чё, идем? Чё вот это вот за такое? Барибал, ранг 3, открыть карту. А, логово. Окей. Ладно, пока, может, копим. Приходи, конечно. Так, ну надеюсь, больше вылетов не будет. Они держат Раша под землей. Придумать, как попасть в здание. Хоть как. Удачи. Хоть как. Так, кто тут есть? Держай. Надо бы, наверное, конечно, напарника взять. Ладно, мы сейчас пойдем. Попробуем по стелсу. Аккуратненько, аккуратненько. Чтоб тревогу не поднимал никто. А то он сейчас поднимет здесь. С огромным аж настроение поднял. Да твою дивизию, а ну что такое-то, а? Чё за фигня? Блин. Чё за ерунда? Неужели игра что-то мутит? Так, так. Сделаем вот так вот пока что. Так, ну-ка еще раз попробуем. Сейчас.
еще раз попробуем. Блин, если так будет вылетать, то, наверное, стрим придется прекратить и выяснять, в чем причина. То что-то мне это совсем не нравится. Такого быть не должно. От слова совсем. Внимательнее прочитайте перед игрой. Да, понятно. Все у нас хорошо, мы не воруем. Да, возможно, Рашаков, возможно. Вот я и пытаюсь сейчас замерить температуру. Хотя я вот термопасту менял 2 или 3 дня назад. И как бы раньше-то все было нормально. У меня, правда, разгон еще на процессоре стоит. Может быть, убрать разгон? Попробовать еще. Так. Блин, а где машина? Я же на машине был. Алло. Не, ну это я точно не поеду. Я же был на тачке. Тихо, тихо. Мне придется без машины. Медведь, ну пускаем с ним медведь. Потусит. Я тебя прикончу! Да вроде, знаешь, не особо похож на перегрев. А может и он. У меня просто такая особенность материнской платы и про отца, что если он у меня в разогнанном состоянии, то у меня датчики температуры сбрасываются. И судить о том, какая температура у отца сейчас, можно только по температуре самого ядра. Но там плюс-минус они совпадают. Кто тут? Трейдер где-то был. Или мародер, как его там называют. Так. Мы хотели вон до того пацана добраться, правильно? Который на вышке сидит. Пойдем, пойдем. Там что ли наверху? Снова и снова! Блин. Сука! Спокойно. Еще где? Да, тихо. Да спокойно, ребят, спокойно. Ну какой ты меткий, а? Тебе стелс. Возьмешь так просто. Да блин, сколько вас много-то, а? Ребят, ну. Давайте по одному. Где? А, вон он.
Тихо. Ну давай. Есть. Еще где-то был. Так, ну вообще, конечно, температура такая довольно серьезная, 68 градусов. Ну 68 градусов это в принципе даже ничего. Ко мне пацаны приехали помочь, да? Вроде бы да. Там еще где-то наверху кто-то был, нет? Так. Я думаю, МП-5 оставить или все-таки? Ладно, так сойдет. Молодец. Взламываем. Река уже раскололи. 68 градусов вот, максимальная температура. Черт, ты старый хрен. В такой температуре выкидывать не должно. Однозначно не должно выкидывать. Так. Что тут у нас еще есть? Тихо. Ну 67-68 градусов. Иду наверх. Кого ты там видишь? Прикройте! Я вперед! Ну, по-моему, кто кого увидел-то? Враг совсем рядом! Так. Чё, друг? Я пошёл, прикрой! Давай, прикрывай. Блин, тут аж фонари розовые. Ну чё за эти, не знаю. Фонари розовые, представляете? Ну вот белый нормальный фонарь, тут розовый. Я использую щит. Наверное, только пистолетик возьму, да? Могу. Ну да. Давайте попробуем со щитом поюзаться. Что, чё бы нет. Нашел меня, да? Triple kill. Так. Там кто-то выкланит. Так, придется щит бросить. Бежим. Дома сраж наш. Господи! Боже, я думал, ты труп! О, да ты сам, я смотрю, выбрался, да? Молодец. Надо было в тебя верить. Жестокий. Ты пришел за мной. Чокнутый сукин сын. Ты пришел за мной. Ты бы и сам мог выбраться, я смотрю. Нужно так идти. Пацаны, но... приехали, да? Погнали! Вставай за турель, и я вытащу нас отсюда. Сейчас, погоди. Я думаю. Стоит брать, не я стоит. Ты садись сзади. Будешь стрелять из этой пушки. А, тут пушка еще. 96 патронов. Нам нужно сматываться отсюда. Есть. Садись на мотоцикл. Что такое? Ладно. Погнали! Вставай за турель, и я вытащу нас отсюда. Стою. Едем! Ну что? Так. Есть контакт.
Че, все, никто? Черт, враг идет в наступление! Веди ровнее, во. Классно, шабанулся. Враг сзади! Где сзади? Они нас нагоняют! Машин, надеюсь, мы ее сейчас разобьем. Они сзади! Так, а у нас пулемет тоже греется, да? Где? Блин, ты куда? Враг идет справа! Справа, слева. Тут вообще не видно, с какой стороны. Так. Враг слева! 68 градусов, больше вроде я не видел пока что. Так. Они нас нагоняют! Растения нужны, понятно. Сейчас мне прям вот только о растении надо думать, они да? Сзади! Враг сзади! Ух ты! Кто это у нас? Да, это у нас кто тут? А, вон 69, 68. Я смотрю, слежу. Сбросим хвост! Съеду с дороги! Да что ты? Смотри, какое. Вин Дизель прям уворачивается. Дизель с форсажа, только на квадроцикле. Жать. Хера себе, ты еще и по воде гоняешь. Так. Есть. Газуй. Кстати, музыка, наверное, все-таки нужна. Только мы будем отрубать этот самый. Сейчас же музыка-то была бы очень кстати. О! Совсем другой процесс, а то мы едем как-то скучно немножко. Вот такая вот специальная музыка из игры. Такой ногой водить нельзя. Ты знаешь, куда ехать. Дальше вести будешь ты. Легко. Кто там? Кто-то едет. Вот ты где! Что ты чёрт? Труп. Запрыгивай давай. Куда нам надо ехать-то? Домой, да? На байке. Сейчас опять там кучка, наверное, психопат за нами ударится. Тан-тан-тан-тан.
Ну-ка, давай попробуем снять частотку. Так, где здесь? Едем, пробуем еще раз. Будем надеяться, что полет будет нормальным. Опять я здесь? Да вы чё, офигели что? Классно. Машины нет. Вон, кого-нибудь из этих можете отнять. Лайки какие-то пошли вообще. Сюда едешь? Нет, не сюда. Сюда. Ну вот сюда. Да. Чё ты скажешь? Погнали. Погнали, погнали. Тихо, едем, 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 тихо. Так, свалим. Нам надо-то всего лишь. Сейчас с этим совсем тут. Ну давай. Хедшот. ПП новичок, испытание пройдено. Отлично. Где кто? Попадаешь-то. Так. Сейчас от тебя тоже. Они сквозь траву видят. Что-то читерство.
Сдохни ты уже, а. Когда ж ты сдохнешь? Так. Ты живучий сукин сын. Ну что у тебя? Смотри, какой бой. А что, у меня аптечек нет, что ли? Прикольно. Патрон заканчивается, но на всех не хватит патронов. Так. Давай-ка сейчас зарядимся чужими патрончиками. Сколько у вас тут есть-то? Все, что ли, или не все? Нет, не все еще. Жаль, забрался он еще куда-то. Блин, всех пришлось уложить опять. О, как повис классно, смотри. Так. Ну все, погнали. Припасы для винтовки. Хорошо, что у нас навык взлом прокачан. Ух, я неудачно упал. Одна аптечка у меня есть. Лежать. Что так ходишь-то, друг? Сдохла. Еще одна тварина. Так. Сохраниться нельзя. Настоящий момент сохранения невозможно. Ух ты, нифига себе, ты спрятался тут. Офигеть, спрятался. Так, давай, дружок. Аж кровь розовая. Или это может просто на таком свете? Боже, я думал, ты труп. Надо
было в тебя верить. Ты пришел за мной. Чокнутый сукин сын. Ты пришел за мной. Конечно, пришел. Все понятно и так, давай, погнали. Погнали! Вставай за турель, и я вытащу нас отсюда. Так, так, ща погоди, мне тут на ключик собрать. Я за рулем, ты садись сзади. Будешь стрелять из этой пушки. Они. Едем! Едем, едем! Гони. Черт, враг идет в наступление! Вези меня, большая черепаха. Они сзади. Сразу прям хедшот. Враг сзади. На этом, наверное, было бы лучше. Враг идет справа! На квадроцикле, мне кажется, это было быстрее. Справа от нас! Дыхай, скотина. Ночку навык. Справа, так слева. Где слева? Еще едет еще? Все. Враг сзади! Ух ты, как подскочил. Они нас нагоняют! Хорошо. Вести будешь ты. Да ну пробно вообще. Нельзя сохранить. Где-то тут должен быть. Так, 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 так. Сюда, да? Садись.
Так, я здесь. Едем. Едем, едем, едем. Так. Чё, нет никого, что ли? Кто нам и не покажется? Пистолет, кстати, тоже работает. О, желтенькие еще машинки есть, потом красный. Не, ну желтенькие мы видели. Наверное, не только розовые. Спасибо, что рисковал жизнью ради меня, Кэр. Конечно. Я тут такое видел, не поверишь. Как-то ночью на шахту напали странные люди. Они словно из каменного века явились. С луками и стрелами против дробовиков. Они били в упор, но они не сдавались. Слушай, я не верю в магию, но верю своим глазам. У них было что-то такое необъяснимое. Если бы мы знали, в чем их секрет, может, смогли бы дать отпор близнецам. Я вымотался, надо перевести дух. Так. Чё там? Ништяк, все радуются. Давай быстрее, дуй. Мам? Так ты ранен еще. Тише, тише! Боже, Раш, как же тебя отделали? Ерунда. Пара дней и пройдет. Я не ослышалась? Ты Томас Раш? А вы миссис Рай. Кармина о вас рассказывала. Дочка у вас не промах. А то я не знаю. Кармина, принеси спирт. Ага. Дай-ка осмотрю рану. Вот так вот. Сустав придется вправить. Выжил только ты? Да. Мне жаль. Не представляю, каково тебе. Я виню себя. Близнецы умеют нагнать безнадёги. Поэтому ты и нужен нам. Не знаю, какой от меня теперь толк. У нас получится, Раш. Отстроим тут все, укрепим, как и договаривались. Это сложно. Нужны специалисты, эксперты. Но начинали вы с малого. И здесь то же самое. У тебя есть опыт, научи нас. Нужны еще люди. Они должны хотеть учиться и быстро. Ясно. Так, теперь сустав. Готов? Да. Что там тебе делают? А, сустав управляет. Давай. Ох ты. Я ж вскочил. Тогда приступим. Воу-воу-воу, эй, стоп! Может, отдохнем? Пожалуй. Это крушение, мне жаль. Как дела, сэр? Так, побег завершено, хорошо. Мотоцикл с самодельной коляской. Нам нельзя сделать тут? Идти вперед несложно, но надо приложить усилия. Одно улучшение постройки. Близнецы, а какое? Держат всех в страхе. Может, тут все-таки указано, какую постройку-то нам сделать? Да. Нужны увлеченные люди, правильный настрой. А, любой, наверное, да? Тому, Назарет. Во, кстати, а тут что? А, тут уже уровень процветания надо 2. Лаборатория, коктейли Молотова, но это не особо интересно. Сад, аптечки восстанавливают здоровье в течение там стольких секунд.
тут шестеренки. Так, к тебе мы не пойдем. Транспорт, тренировочный лагерь, кстати, надо посмотреть, а что тут? Наемки, спутники ранга 1. Что, добыли мы нормальный тоннел? Угу. Многие на тебя рассчитывают. Что в результате? Нужны увлеченные люди. Да, можно улучшить. Ништяк. Процветание. Второй уровень. Это хорошо. Эй, иди сюда. Сейчас будем есть. Ну, пока не остыло. Пахнет так, что долго не простоит. Надеюсь, это комплимент? Мама решила, что нам не помешает поужинать вместе, развеяться. И она права. Нам всем нужно отдохнуть. Только не ей. Она неутомима. Не жди, что я изменюсь. Даже не припомню, когда принимала столько гостей. Когда рассказала всему городу, что беременна тобой. Мам. Все так радовались за нас с Ником. Не идеал, и у нас еще много работы, но приятно вновь иметь какой-то повод для радости. Достойный тост. Без тебя бы ничего не получилось. Ну, спасибо. Ну же, выпей с нами. Давно пора. Мужики все пьют. Что за черт? Ага. Салют. Девки, может, пришли? Надо увести детей внутрь. Пошли. Девки решили заявиться. О, нет. Блин, они детей в заложники взяли. Бошки. Зачем пугать детишек? Кармина. Все будет хорошо. Ты что тут руки распускаешь? Простите, не люблю, когда взрослые обманывают детишек. Зачем вы это делаете? Все из-за вашего героя. Пока ты не появился, все шло гладко, но ты... Ты гребаная проблема. Грабишь нас. Ставишь все с ног на голову. Слушай, давай убьем его. Нет, не надо. Мученики нам не нужны. Дальше будет так. Все поймут, что твоя помощь — это проклятие. Люди, которым ты помог. Дети, которых ты вдохновил. Поселение, которое построил, мы отнимем все. И вот тогда мы придем к тебе. Не урони. Главное, гранату ему дала. Сила. Он аж описался, ё-моё. Ты, пацан знает, что это такое. Слабыми. И с нас хватит! Мы заберем все, что тебе дорого. И начнем с дома. А если не сможем забрать, разрушим. Лучше уходи отсюда. Сюда, бедный пацан. О боже, о боже. Ну все, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Идем в дом, идем. Потерять это место. Нельзя терять время. Работаю на износ, но оно того стоит. Радиоприемник теперь ловит больше радиостанций. Да, спасибо, спасибо. Нам они только и сейчас они. Кэп, сюда. Привет. Ты нам что-то хочешь сказать? Там он верстак. Мы не имеем права убегать. Представить не могу, каково это пережить крушение поезда. Что с этим? Надо защищать все хорошее, что осталось. Да ну 500 надо. Чтобы был 200% здоровья. Привет. Каждый должен внести свой вклад. Давай улучшим еще и вот эту штуку. С оружием. Оружие нам надо.
Так. Ну, привет. Покажи им, на что ты способен. Так, пополнить боезапас. Оружие. Что мы можем вообще сделать тут? Дубина, лопата. Удобство, боезапас. Магазин на 10. Может, кстати, вот этот вот лучше взять. То фигли мы с какой-то херней уходим, пистолетный. Создать. О. Приемное дитя дробовика и пистолета-пулемета. Магазин на 48, магазин на 32. А еще что есть? О, вот это тут какая-то херня есть. О чем мы с ним не Вектор АЦП Космос, пистолет-пулемет. Ну, давай пополним боезапас. Не дай близнецам себя одурачить. Че это? Размышление Грейс. Жизнь с Лас. Шла своим чередом, я присматривал за раями. Они объединили людей. Понятно, тут ничего особо интересного. Надо защищать все хорошее, что осталось в этом мире. Так, с мастерской что-то мы можем сделать? Нет, у нас нельзя уже и панел практически не осталось. Нельзя терять время. Приветствую. Кармина мне все рассказала. Так. Пусть рейдеры только попробуют отнять у нас то, что мы построили. Рейдеры вернутся и, уверен, будут во всеоружии. Отлично! Они об этом пожалеют. У нас не так много времени, чтобы занять подходящую позицию. Так что нам нужно знать, когда эти ублюдки нападут. Я послал вперед разведчика. Он предупредит нас, если заметит рейдеров. Это даст нам время подготовиться. Мне будет спокойнее, если ты сходишь к нему. Узнай, готов ли он, Кэп. Права на ошибку нет. Эти стены падут, мы погибнем. Ладно. Мы все благодарны тебе. Так, а нам никого приводить-то не надо? Так, а я не могу 3-то пушки вести? Нести. Что для этого надо? Закрыт пока что. Пушка выглядит интересно. Так, а у нас еще что-то доступно, да? Так, дополнительные боеприпасы для стрелкового. Так, вот это неплохая вещь. А, вот. Оружие ближнего боя. 4 вида оружия мы можем при себе. 3 вида оружия. Вот. Вот этот мы берем. Да. Что это? Мастерски быстрые убийства. Продвинутые. Так, увеличение урона. Во время прицеливания. Проворство, взлом сейфов, снижает шум, диверсант, пулеметы нагреваются медленнее. Давай, кстати, бинокль тоже сделаем. Бинокль нам пригодится. Натуралист. Горелка, селектор оружия. Скрывать сейф, поджигать врагов. Так, давай еще аптечку вылечим. Есть. У нас 5, да?
Так. Испытание, врагорезка. Тут нам все сделано. А что это у нас недоступно? Пойдем. Пойдем, дойдем. Что это нам? Необходимые компоненты не может сражаться и вернуть в строй. Вернули. Пастор, судья, Джинна, бабуля, снайпер, Хёрк, Горацио, Тимбер. Погнали. Я иду к тебе. Давай, давай, иди. Кажется, нам придется попотеть. О, замочком я сидел. Где ты там бежишь? Где ты? Динамит, транспорт, тройная порция. Давай, иду скорей. Так, в осаде сюжетное задание. Давайте-ка. Раз сюжетное задание. За сюжетное задание надо доехать. Надо, кстати, попробовать. Не, ну это точно не перегрев. Это точно не перегрев, это вылетает игра. Просто вылетает игра и все. Давай, 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 давай. Так, пока это все грузится. Сейчас мы кое-что сделаем. Еще помимо этого. Сейчас, ребятки. Все, едем. Персонаж. Стоп отряда. Ага, ты с нами. Погнали. Где тачка? Так что же было? Алло. Что у нас тут есть? Эти баги. О, погнали.
Не на одном радио. Поехали. Здесь у нас первая линия обороны, Кэп. Так. Пока все тихо, но они могут нагрянуть в люб... Эй, вернись! Эти всегда пригодятся. Надеюсь, они не вернутся. Так вот, пока все тихо, но они могут нагрянуть в любой момент. Надеюсь, я успею предупредить всех о появлении рейдеров. Не хотелось бы потерять... Черт, идут! Давай к остальным, живо! Куда? Это Раш! Все назад! К нам направляется группа рейдеров! Едва оказавшись здесь... Ну, садись. Едем. Смотри, там что происходит. Все-таки они напали, тварь, на нашу базу. А это мегаед. Едем побыстрее. Классный пулеметчик. Откройте ворота! Сейчас надо их тут все подсобрать. Нет места. Боеприпасы. Меч. Всякую херню такую сейчас. Найдем. Что вообще случилось-то? Почему он тут все? Девку-то забыли? Они здесь! Задайте им жару! Как наверх подняться? Вот что есть. А это снайперка или не снайперка? Где еще?
Северная стена, вижу. Я тут огребаю! Ты не огребай. Грузовики у стен тут, что еще? Нет. Так. Где еще? Спасибо. Все что ли? Не прорвались. Слишком много людей теряем. Давайте взорвем тут все и свалим нахрен. Твою мать, Кэп, они тащат взрывчатку. Нужно защитить здание. Не подпускай их, кто? Где они закладывают? Погиб. Спокойно. Что с пожаром делать?
Это на меня, что ли? Ты охренел, что ли? Шапка. Че, все? Свалили, в осаде завершено. Отлично. Свалили этих упырей. Мам! Мам! Эй, эй, послушай! Ну же, эй, эй! Ну как ты? Ты ранена? Нет, нет. Ты как? Порядок. Не знаю. Сделайте что-нибудь. Все плохо? Дело дрянь. Много погибших и тяжело раненых. Близнецы вернутся, нам конец. Никого не осталось. А люди на севере, эдемцы. Ты шутишь, что ли? Я видел их в деле. Они напали на лагерь, где меня держали. Вдвоем. Получили по десятку пуль каждый и скрылись в лесу. Их называли призраками. Но я не слепой. Эти люди были чем-то накачаны. И нам нужно это что-то. Ты предлагаешь обратиться к Иосифу Сиду. К человеку, который много лет мучил нашу семью. Это было давно. Этот злодей, он оставил короче. Нас в покое, мам. Все, что случилось в прошлом, там и осталось. Не вмешивайся. Мы здесь одни. И без помощи мы погибнем. Сделка с новым Эдемом. Это сделка с дьяволом. Других вариантов нет. Они что-то знают. И нам нужен их секрет. Нас прижали к стенке. Выясни, в чем секрет Иосифа. А я улажу все тут. В чем секрет Иосифа? Антракт? Кармина. Ага. Что был до этого, короче? Он тебя не обидел. Как ты? Дядя с бородой? Он просто дал мне еды. Если он опять придет, сразу скажи маме и мне, ясно? Я есть хочу. Сам говорил, искать еду надо везде. Да, но у него брать нельзя ничего, даже еду. Нельзя? Потому что мы давно знаем этого дядю. И это плохой человек. Он обидел твоего папу и хотел обидеть всех нас. Эй, если снова увидишь его, беги со всех ног. Слышишь? Иди домой, милая. Ей пора понять. Мы не принимаем помощь от эдемщиков. Ну, сейчас, походу, придется принять эту помощь. Это мы первую часть прошли, короче, да? Столько погибло. Вообще. Привет. Я уж думал, Салют. Все пропало. Откройте ворота! Давай, дуй сюда, Кармина. Я готова. Давай. Так, куда нам двинуться теперь? Навык вылазка. Что за навык вылазка? Доступно 8. Транспорт рейдеров разминируется автоматически. Освобождать аванпосты и уровень сложности 1. Да, 4 пушки можно таскать. Снайперка. Нормально. Это вот самое то. Вот какие-то вылазки. Да.
что в задании 1000 слов. Посты нет заданий. Ну это что мы завершили? Надо вот этого Селен доехать. Чё, тут в принципе не так уж и далеко. Вылазку Рэндва. Как ее сделать, эту вылазку? Со мной или нет? Давай быстрее дуй. Я тут, едем. 1700 метров. Помой. Да, ну что, смотрю, фур не ездит, да? Всякие эти мародеры, только вот эти вот торговцы стоят. Кстати, ничего так не есть. О, а вот и тачка. Знаешь, что нам сейчас нужно? Песни и прятки. Серьезно? Нет ничего хуже тишины. Разведчики говорят, что по округу раскиданы старые плееры. Было бы здорово, если бы ты нашел парочку. Музыка всем пойдет. Меломан, доп. Задание. Порядок, едем. А что за меломан? Ищите плееры, чтобы пополнить ротацию радиостанции выживших новыми песнями. Понятно, такое себе. Штажечка. Так, а что у нас пропал, что? А, не пропало. Тачка зверь гоняет быстро. Не то, что этот, на чем мы там ездили. Какой-то херный мальчик там ездит. Собачка. Поэтому уже, короче, наверх поднимаемся. Там уж горы какие-то были. Сейчас не вырулишь, сорвешься. Так. Че, все, типа, заканчивается здесь? Могила инквизитора обнаружена. Бывало. Че? Вот оно что? По-моему, правильно идем там вообще. Привет, это Селена. Ну как, Гангри? Здесь что-то походу. Селена. Тут все важно. Физика, психология. Что ты скажешь? Не поможешь мне? Есть время.
Боже, Эш, дружочек, есть. У меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Я да, эти выращиваю конечно. Травы. Ну, ты понимаешь. Не спрашивай, что какие, те самые, это да. Татуха те такая? Самые. Я притащила сюда свой полевой комплект и... Наркоманка. Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там, типа, результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это... Да? А знаешь, я так и думала. Чувак, привет. У тебя ноги прыгучие? Сильные? Ага. Так вот, я, конечно, могу вырастить все заново, но если блин, по чесноку... Быстрее. Ну, реально, дружочек, это аптечка. Я без нее сдохну. До следующего урожая точно не дотяну. Да что там? До следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время, чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не давай от того, побыстрее. Что наступил на гвоздь. Увидимся позже. Сюжетное задание, глубокое погружение. Да пошли, чё. Только как нам влезть-то? Это ничего себе. Тут мы тут прыгнули. Ага. Дымный порох. Интересно, что тут? Собачки какие-нибудь или что? Так, а вот боеприпас-то. В принципе, должно хватить. Какая-то заброшенная станция. Мне кажется, она меня развела с аптечками. А, это типа, если ты достанешь. Коллапс наступил, а мы еще не готовы. Если хотим крутить, на совесть все починить. Надо перекрыть воду с помощью двух желтых кранов. Так, я понял. Сейчас мы пойдем еще раз посмотрим, все ли исследовали вообще. Получается, больше негде. Бежим. Еще вон что-то. Сюда будет что? Так. Тут у нас что? Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило там все. А смотри. Собачки здесь. Ну как тут вы живете, шапки? Как они здесь выживают, интересно? К вам пойдет сейчас сюда.
тут не открыть. Собак, наверное, шерсть надо содрать, чтобы потом ее продать. Или не шерсть, а кожу. Или мясо, или что там. Так. Тут ничего. Сейф. Пока там что-нибудь полезное. 16 единиц титана. Так, а бежать-то куда? Опять назад? Тут что-то какая-то херня есть. Да вообще плывем. Ты главное не паникуй. Паниковать моя прерогатива. Если паниковать, то быстро кончится кислород. А так и утонуть недолго. Основы физиологии. Так, стоп. Смог я настолько много задержать дыхание. Я понял. Значит, сюда, наверное, лучше не лезть пока что. Тут поднимать и поднимать уровень воды тут каждый раз по ходу дела. Собачки, ку-ку. Походу там что-то поднять надо, да? Так, а я вообще могу что-то сделать-то с этим? С воздухом? Навык, чтобы прокачать, надо, да? Да, мне не хватает кислорода. Не хватает кислорода. Сейчас, значит, возьмем. Просто тоже не в курсе был, что
место. Так, навыки. И где тут связанное с водой? Сила легких. Давай возьмем. Делов-то. С этими собаками грызться. Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило там все. Осмотрись. Быстренько. Титан берем. Боеприпасы берем. Не, ну а тут больше некуда плыть, кроме как туда. Значит, я плыл-то все правильно, просто мне воздух не хватает. Вот, сдается мне, что у нас нагрели. Чуть-чуть мне просто не хватило. Наверное, надо было почаще shift зажимать. Так. Окей. Вот еще два крана. Куда потом? Потом, наверное... А, ну, в принципе, мне должны путь-то указать. Я понял. Так, что там за скрипучее волшебство ты применил? Сделай это еще раз. Вентили покрути или рычаги подергай. Короче, увеличь давление. Давление воды везде, конечно. Я тип такой ребус. И все. Опять не работает. Так, ну походу тут выбило. Нет. Что надо делать-то? В зоне поиска. Откройте все вентили на вход, закройте все выходные в резервуаре. Откройте все вентили на вход, закройте все выходные. Закрыть.
Я все открываю. Быстро. А, все, нам больше не поднимется, да? А что там? Крыска. Опять что-то надо поднять. Эй, нужно еще немного воды. Попробуй по лестнице. Где лестница? А, вот она. Вот ребусы. Эй, это не клево. Беспокойные твари. Будь осторожнее. Змеи, говоришь? Так. Ну вообще еще порядочно воды наливать. Скотина. О, прибавляется. Сейф взламываем. Опять что ли? Росомах. Так. А где змеи, там и крокодилы. Не, погоди, это про воду. Спускаемся вниз. Что тут охранял-то? Непонятно что, да? Какой же гремучий змей. Ух ты! Нифига себе! Офигеть.
крокодилище. То есть про крокодилов Асмарена не врала. Далеко. Группа, но где вода, там и крокодилы. Просто вспомнилось, ясно? Вспомнилось. То есть ты знал, козлина, что здесь крокодилы, да? Меня послал сюда. Сейчас тут одна где-то была. Козла, вон она. Так, один. Сейф взяли. Машинская собачка. Она ж тут была. А где змеи, там и крокодилы. Не, погоди, это про воду. Сейчас крокодил будет, да? Вон он. Все? А мы его можем, это самое? О, кожа крокодила. Тут нет больше крокодилов. Так, да, какой-то вентиль. Так, сейчас следующий будет, да? Нет, ты, пернатые сиськи, ты справился. Захвати мою аптечку. Не забудь, ладно? Захвати ее. Сейчас заберем, да, вот. Давай скорее. Я буду жить, я не умру, и ты не
Короче, будем валандаться тут. Так. Обзавестись бы нормальным жильем. Надоело морозить сиськи в лесу. Ах ты моя симпапушечка. Она снова с нами. Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Да, устрою конечно. Лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Конституция, вот это вот, все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Окей. Завершено глубокое погружение. Так, эту выручили могилу инквизитора. А типа тут несколько, что ли, этих штучек, да? Тут, наверное, несколько таких вот вещей, которых надо. Или нет? Три из шести найдено. Теперь, когда ты с нами, все изменится. Так. Еще. Шестая где-то. Наверняка тут валяется. Старый комп. Как он вообще здесь работал? Ну где? Где еще-то? Еще-то же должно быть. Наверное, не так все просто. У меня особо не было друзей. Я привыкла говорить сама с собой вслух. Так. Тут. А, вот они. Все. Обыскали. Тут можно сохраниться. Вот здесь сохраняется. Так, куда и поедем теперь? То есть мы отбили один раз от аванпост, потом его разграбили, те захватили, он получил второй уровень защиты. Все, я понял. Ну, как тут работает, интересно, оказывается. Так. Тайна ведом акула, не край. Ранг. Убежище игрока. Да поехали, наверное. Вылазки, вылазки. А где вылазки-то хоть одни? Кстати, а машину-то можно его вызвать? Ладно, погнали.
ту сторону тогда. Транспорта нет нигде. И не можешь все пешком ты добраться. Больше всего мне страшно за этих детей. Никто не сможет защитить их от рейдеров. Только мы. Ну а что где-то кто-то? Не, я иду сюда в надежде, что какой-нибудь транспорт здесь найду. По дороге. Может домой вернуться. Есть что-нибудь вот стоящее? Че, я не нажал что ли ничего? О. Жива. Еще жива. Шкурок. Это точно. Олень с розовыми рогами. Пойдем-ка мы. Вижу бандита, будь живой. Даже такого тогда разнесет к чертям. Себя нахерачит гранатами. Что-то там живая, нет? Я иду за тобой. Где ты идешь за мной? Блин, опять она умерла. Да что ж ты будешь делать? Ой, ладно, сейчас придется. Медведь или собаки? Сейчас вот тут ништяки все заберем. Тут вообще есть боеприпасы. Перезарядиться-то. Сволота собачья. Это волк, все равно псина. Клейкая лента. Где мародер?
олени. А, ладно. Мы все забрали. Поехали. Сюда вернемся. Договорись с эдемцами. Верные, крутые. Это не музыка, а просто какой-то шум. Как дела, сэр? Я надеялась, что Раш привезет, типа, набор... Да уж. Очень надеюсь, что такого с нами больше не случится. Никогда. Химический баланс в моей черепушке не ориентирован на насилие, ясно? Так что... Все в долине уже в курсе, что ты на нашей стороне. Да. Так, а это ноут я нифига не взял, да? Утонул. Ты не нас спас, ты спас этих детишек. Молодец. Не просто было его отстроить, но мы пока даже не закончили. Впервые вижу такого человека, как Ким. Она работяга и заражает трудолюбием. Стал специалистов 2. Так, а что у нас только она, да? Вот этот хлам. Угонять автоцистерны. Давай пригоним автоцистерны еще сейчас одну какую-нибудь. Загнать какой-нибудь хлам кому-нибудь. Вообще, а что я могу сделать-то? Приготовление боеприпасов. Надеюсь, однажды... Пойдем боеприпасы. Мисс Армстронг, здрасте. Так. Блин, вот это вот уже есть. Дробаш, да? Ой, это уже обрез есть у нас уже. Винтовка. Калаш с отверткой. Нифига себе. Это у нас тоже уже есть. Базюкалка. Урон 700. Шкуры не будем. Спасибо, что ты с нами. Погнали, угоним несколько цистерн. Походишь с моё, научишься. А, стоп. Делать. Стоп отряда. У меня больше ничего все равно, никого. Готовы идти. Тачку мне дадут какую-нибудь? Мотик, а что еще есть? Ничего больше нет? Хлам всякий еще. А постой. Чё бы нет, у вас, смотри, какая машинка. Слава богу, ты после видишь, той там... атаки хоть что-то уцелело.
Давай, залезай. Поехали. Так. Поедем куда-нибудь по дороге, что ли? Едем. Надо до этого вон поставить цистерну, это сейчас повезет. Какой-нибудь цистерн тут много ездит. И ни одна так и не привез. Так, секундочку. Угу. Так, ну где хоть одна цистерна? Дежурить, может, надо чуть-чуть. Ну, по идее, по вот таким большим дорогам. Бывало хуже. Где кто? Это самолет вообще. Это вообще бандит какой-то проехал, похер. Стерна. Хотя не совсем. Это пленник. Это пленник. Давай вытащим. Мужичка. Что ты нам скажешь? Когда рейдеры не издеваются над нами, они устраивают жестокие игры между собой. Так. Свои, типа. Нормально. Что такое? Садись-ка. Где-то есть, а давай садись. Порядок, едем. А, это на пулеметное место сел, все правильно. Здорово, здорово, так. Где фура? Как жизнь? Здравствуй. Что, смеешься ли где-то? Я лучше умру в бою, чем атака, которая наверняка меня ждет. Да, где только она, я что-то и не вижу. У всех нас есть причина ненавидеть этих тварей в масках. Thank you.
было. Таких лучше обходить за спиной. Не щадите! Удрал, козлина. Да. Машину взорвал и все. Блин, где фура-то? Ваша же замок. Так, а ты мне что скажешь? Думала, мне вижу, ты... Рейдеры жрут всех зверей, которых видят. Они даже собак у людей воруют. Так. Собак держат где-то на холме. Иногда я слышу оттуда лай. Спаси этих песиков, Кэп. Обнаружен новый персонаж Тимбер. Ну-ка. Это можно, короче, собачку эту спасти. Поехали. Садись. Поехали. Сейчас, надеюсь, мы форт еще возьмем. Где они? Уехали? Ай, ладно. Нам фура нужна. Я тут. Едем. Что за... Что такое? Опа-на. Офигительно. Ну, погнали. Поехали. Ну, это, кстати, есть эти ингредиенты, инструменты, что-то. Фура, да? Быстро сели за фурой. Сейчас, гони. Поехали, поехали, поехали. Вон она, фура. Быстрей, быстрей, быстрей. Ты знаешь, что там враг. Нам форт надо догнать. Иначе задница. Лишь бы только это не взорвать бочку эту сатанову. Ну подождите вы. Где фура? Вот она. Не-не-не, Мишка, извини. Без тебя. Да ну тебя нафиг. Так, стекло все разбитое. О, ты бежишь тут. Давай. Залезай. Побыстрее только давай. Давай, залезай быстрее. Сейчас, надо бежать.
Давай, сейчас мы... Ну все, садись давай, быстро. Ну не косячь, давай побыстрее уже, а? Так, если я вылезу. Черт, еще чуть-чуть. И она сейчас взорвется, и мы вместе с ней. Сохраняем. Погнали быстро. Так, мы хоть сейчас доедем куда надо-то. Да, должны. Аккуратненько, аккуратненько везем. А это добежит, куда не денется. Там еще двое нет. Самое главное сейчас, чтобы никто не пальнул, а то сейчас пальнет и все, капец. Пальчики наши. Нет! Все, хорош. Я еду. Блин, я так, наверное, не довезу сейчас. Чё, сейчас взорвётся, да? Только не надо, не взрывайся, пожалуйста. Горящую, наверное, нельзя сесть, да? Что за? Вижу врага! Чёрт, куда бежать? Блин, вез и не довез. Вот обидно, а? Козлы какие. Что? Ну как так-то? Есть что-нибудь стоящее? Так, починить, да, навык есть. Давай-ка мы посмотрим, что у нас тут с навыками. Так, горелку. Давай-ка починим. О, отлично, погнали. Сколько это интересно будет? С процветанием все будет в порядке. Так. Тачку берем. Давай вот это возьмем. Не будем выделываться. Я вызвал или не вызвал? Поговаривают, такой
использовать. Нечего тут мне. Где машинка-то? Транспорт скоро будет доставлен, а транспорта нет. Похоже, здесь рейдеры берут металл для своих тачек. Надеюсь, тебе удастся уговорить эденцев помочь нам. Нам удалось нанести рейдерам ощутимый удар. Они изготавливали... Блин, где тачка? Так, нет, это все уже. Спасибо за помощь в процветании. Может, тут где? Спасибо за помощь во время осады. Странно. Ладно. Мне не пойму, где тачка. На карте, может, нет? Квадроцикл, мастерская. Квадроцикл где-то тут лежит. А, вот он. Ну, и тоже за тачку сойдет. О, тачка. Цистерну доставим тут. Доставили, да, зашибись. Классно. Доставили. Мой друг пережил осаду только благодаря тебе. Боже, ненавижу ночь. Нам удалось нанести рейдерам ощутимый удар. Они изготавливали из этого металла. Так, все, бани теперь нету. Что-то едет. Блин, как назло, вот когда ты куда-то едешь,
по заданию. Тебе ничего не перепадает, никаких ни фур, ничего. Сейчас не время опускать руки. Зато потом, когда... О. Зато вот сейчас поедешь. Я тут, едем. Так, погнали, собачку выручим сейчас. И все. Все, Саша, пропал. Бывало хуже. Так. Чего у них тут нет, интересно? О, нет. Мне снова повезло. Это они мясо собачье, походу, жарили. Садись давай. Поехали. Но снова их разбрать, потому что они потом помешали здесь. Чтобы они нас здесь, у нас собаки натравили. Нужно идти. Ага. Я пробовал хаски и золотистого ретри. Так, сохранить есть возможность? А, сейчас. Собачку разделали, вот твари. Хорошие собачки. Не забудь, не вздумай есть ретривера. Ключ нужен, да? Так. И... Где искать этот ключ? Сейчас, сейчас, собачку мы тебя найдем. Как-то надо. Ты где есть? Мясной фор, там мы тут все, типа, все пружины нашли. Не, а разве не у них?
них ключ. Тут, может, он где-нибудь на столе лежит. А, блин, он открытый. Чё это блюдо? Ой, хороший. Смотри, какой. Всё. Теперь с нами, да? Нет. Тимбер-разведчик пока не с нами. Узнать, что хочет собака. Что ты хочешь? Что? Так, а как нам туда попасть-то? Отсюда мы попадем, нет? О, все. Что это хочешь-то? Блин, я не очень понимаю, что здесь. Убейте эту тварь! Едва пронесло. Так. И что? Типа он мне показывает что-то, да? Угу. Все, я понял. Какой милый пес. А, другу там своего, походу, надо вы... Это... Ключ клетки. И? Кого выручать надо? Еще одного такого же. Мама не разрешает завести собаку. Все? Или еще кого надо открыть? Мне их убивать не надо. Это хорошая, хорошая собачка. Так. Совершенно отлично. Ну все, теперь он с нами. Что случилось? Подожди-ка. Все, дружочек, пойдем со мной в тачку. Как ты, интересно, сядешь? Ух ты! Интересно. Так, ну что, поехали домой тогда, да? Так понимаю. Сюда. Человек. Ой, не человек. Собачку получили к себе в отряд. Не дай этому одурачить тебя. Так, ну все, я думаю, теперь можно сохраниться. Каждый должен внести свой вклад. 121 из 500. Ингредиенты. Приняли.
этот удар. И теперь вернемся с триумфом, как Рокки. Ну, 75 надо, да? Разблокирует быстрое перемещение в процветание. Разблокирует вылазки и быстрое. Вот это вот, наверное. Я так понимаю, да? Типа вот это вот вылазка, да? Так точно, к взлету готовы. Короче, план такой. Рейдеры возводят крепости в тех местах, где собирают редкие материалы. Мы подлетим, и я высажу тебя где-нибудь неподалеку. Тебе надо найти груз. Его местоположение отмечено розовым сигнальным дымом. Но осторожно, груз оснащен GPS-передатчиком. Когда заберешь его, рейдеры начнут тебя искать. Затем я передам тебе координаты места встречи и подберу тебя на вертолете. Как решишь улетать, только скажи. Я сам уж вчера как готов. Я понял. Нравится пляж? И мне. Теперь вылазки разблокированы. Я отсидел, тоже голову ломал, блин. Вылазки, не вылазки. Вот сюда мы можем перетыкнуть. И сюда тоже. Спиртзавод. Все, базару ноль. Все понятно. Так, ну все, на сегодня пока хватит. Если вы, конечно, видите. Если бы, конечно, не вылеты, мы бы гораздо больше по всему успели. Это 100 пудов. Ну, как уж теперь получилось. Надо будет исправить это. Посмотреть, в чем косяк, и исправить. Так. Все на этом. Прохождение Far Cry New Dawn. Продолжим, скорее всего, завтра, а на сегодня мы закончим. Так, видео у нас больше 3 часов уже длится, поэтому хватит на сегодня. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до следующих стримов.